На связи амбассадор университета Сергиево-Посадского колледжа. Это бизнес-завтрак «Мы профи». В импровизированной студии на сцене актового зала 5 человек. Амбассадоры профессионалитета и исполняющие обязанности директора по технологии Загорского трубного завода Александр Афанасьев. Амбассадоры – это лидеры проекта «Профессионалитет», который объединяет профессиональные колледжи с работодателями. Им важно знать как можно больше о предприятии, для которого колледж готовит трудовые кадры. Деловой завтрак – отличная возможность задать будущему работодателю интересующие вопросы. Максим Максименко планирует работать на Загорском трубном заводе. Сейчас он студент первого курса и учится на сварщика. Амбассадором захотел стать, когда приехал в колледж на День открытых дверей. Теперь старается соответствовать этому почетному званию. Оценки у амбассадора должны быть приемлемые. Ну, не тройки, там, потому что нас отпрашивают с пар. Ну, и как бы, чтобы не было там никаких хвостов в обучении. Ну, я захотел, ну, и пошел. У нас есть группа молодых студентов и с наставником. Мы, наша главная задача, ну, продвигать федеральный проект «Профессионалитет», и мы ездим по школам, делаем дни открытых дверей и участвуем во всех, ну, разных мероприятиях. Меньше пространной теории, больше полезной практики. Обучение сварщиков в рамках «Профессионалитета» проходит в ресурсном центре трубной промышленности. Он создан совместными усилиями Загорского трубного завода и Сергиево-Посадского колледжа. Современное оснащение учебных мастерских позволяет выпускникам сразу включаться в производственный процесс. Александр Миронов, сам выпускник колледжа, сегодня уже мастер производственного обучения. Ну, раньше у нас было старое оборудование, немножко кабин, порядка там 8 штук. И, допустим, у нас был один полуавтомат на всю группу. То есть студенты стояли в очереди, чтобы попробовать им потренироваться поварить. Сейчас у нас 12 постов, полностью оборудованных, тремя основными видами сварки. То есть никаких проблем, все спокойно работают, у каждого свое рабочее место, все полноценно занимаются. Сергиево-Посадский колледж готовит специалистов по целому ряду профессий. Руководство учреждения заверяет, их двери открыты для представителей любых предприятий, которые нуждаются в квалифицированных трудовых кадрах. Мы всегда готовы к диалогу. Наши ребята посещают экскурсии, наши мастера точно так же регулярно выезжают на предприятия для того, чтобы понимать, какие потребности на сегодняшний день есть у наших партнеров. И ежемесячно, я даже сказала, постоянной основе мы встречаемся с ними, обсуждаем те вопросы, которые касаются нашего совместного взаимодействия. Деловой завтрак «Мы профи» длился более получаса. Все это время шла прямая трансляция. Теперь об опыте Сергиево-Посадского округа узнают в разных регионах страны. Михаил Зуйков, Анна Овчинникова, ТВР-24.